В Ивановской области выбрали лучшие предприятия туристической отрасли. Награждение победителей прошло в непринужденной обстановке в ресторане, признанном лучшим предприятием общественного питания 2012 года. Конкурс проводился в нашей области впервые, хотя еще в прошлом году региональные власти пытались выявить лидеров туристической сферы. Но тогда конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В этом году 20 предпринимателей представили конкурсную документацию. Помимо руководителей туристических компаний, благодарственные письма получили журналисты, подготовившие лучшие статьи о туризме в Ивановской области. Мы надеемся, что в следующем году предприниматели откликнутся еще более активно, поскольку мы в этом году постарались сделать для этого все возможное. То есть, и вообще впоследствии надеемся, что конкуренция будет жесткая для того, чтобы повысить, еще более повысить статус вот этого конкурса.